Актуальные приметы про сорок. Сорока – это говорливая птица черного цвета. Про нее пишут много детских сказок и интересных легенд. Практически всегда сорока – дурной знак, так как ее ассоциируют с горем и смертью. Приметы про сорок имеют множество значений. Недоверие к темным птицам существует у многих людей по всему миру. Плохая примета, связанная с птицей, не новость. Часто именно сороки приносят людям дурные вести. Чего ждать, если увидели сороку возле своего дома? Увидеть сороку на крыше дома – примета неплохая. Она значит, что жильцам дома ничего не угрожает, их квартира находится в полном порядке. И за будущее можно не переживать. Такая примета относится как к собственным домам, так и к многоэтажным домам. Хорошие новости ожидают людей, увидевшую птицу у себя на балконе. Примета про птиц на доме или балконе сулит только хорошее. Когда сорока пришла во двор дома, примета сулит сильные траты и нехватку финансов. Но во время этого запрещено прогонять птицу, так как можно потерять в два раза больше. Если сорока села на окно и при этом бегает и прыгает на подоконник, ожидаются новости и сплетни. Веселая, значит, и новости будут радостными. Когда сорока стучит в окно, это плохой знак. Птицам за окном принесла печальное известие или даже сулит скорую смерть владельцу квартиры. Плохая примета считается, если сорока на лету ударилась об окно. Также нужно присмотреться к поведению птицы. Если она ударилась и улетела, горе обойдет вас стороной. Если же ударилась и тут же упала, надо поберечь здоровье и жизнь. Владельцам квартиры угрожает сильная опасность. Видеть летающую птицу над своим домом – также плохой знак. Народная примета гласит, если сорока не садится на крышу дома, значит, в ближайшее время не придется ждать ничего радостного. Сорока в доме сулит много хорошего. Если она залетела в дом и кричит что-то на своем языке, такой знак означает что-то хорошее. Например, больной человек через несколько дней выздоровеет. Если во двор сорока прилетела, она принесла какую-то информацию. Любой человек мог слышать такое выражение «сорока на хвосте принесла». Если во двор птица прилетела, она принесла нехорошие наговоры и сплетни со стороны соседей и знакомых. Если сорока встретилась вам на улице, вас ждет несчастье. Отвести его от себя можно следующими действиями. Если на голове надета шапка, ее следует снять, если нет, поклониться, и все беды пройдут стороной. Стоит проявить уважение к птице, тогда она не станет вас трогать. Также можно покрестить или нарисовать на земле крест. Несколько птиц – знак скорого приезда гостей, которым вы будете очень рады. Три сороки могут предсказать вашу судьбу. Четыре – очень плохие известия. Пять птиц – прибавлению в семье. В скором времени у вас или у ваших родственников появится долгожданный малыш. У людей, которые разоряют птичьи гнезда, губят яйца, также и с детьми. Они могут родиться уже с болезнями или подхватят их во время своей жизни. Если лишить птичку жизни, это может вернуться назад тем же самым. Сороки – живые существа, которые также хотят жить. Надо стараться не обращать на них внимания, и они отплатят вам тем же. Прислушиваться к суевериям или нет, решать каждому самостоятельно. Но если сорока прилетела по примете, постучала в окно и тут же улетела, лучше не обращать на нее внимания, может, она просто ошиблась. Если же она на подоконнике и настойчиво бьется в окно, стоит насторожиться и готовиться к самому худшему. В любом случае, к знакам и сигналам стоит прислушаться.